«Ванильная конституция». Под таким названием в Малаховском культурном центре «Союз» прошел рождественский спектакль. Авторскую постановку показала православная школа «Образ». Для воспитанников учреждения подобные театрализованные представления – давняя праздничная традиция. «Ванильная конституция» – это нетипичная рождественская история. Это взгляд на мир, если в нем начнет царить безнаказанность. Главные герои – многодетная православная семья со своими радостями и трудностями. В страну вечного праздника и сладостей попадают дети главных героев. В Слапландии действует ванильная конституция, согласно которой у ребят нет обязанностей, есть только права. И родителей не надо слушаться. Но сказка ложь, да в ней намек. История поучительна, показывает, к чему может привести самоуправство. Сказка научит тому, что семья – это самая главная ценность, которую мы должны хранить, любить и ради нее иногда поступаться собственным эгоизмом. Это педагогический проект, это история про воспитание коллектива, про то, чтобы сплотить людей, научить взаимодействовать, слышать друг друга. В спектакле задействовали всех воспитанников школы «Образ». «Приключения в Слапландии» – одна из многочисленных авторских сказок директора учреждения. История написана 11 лет назад, а значит, сегодняшние выпускники уже были героями постановки. В интерпретированном на сегодняшний манер спектакле сыграл Арсений Сударев, который все 11 лет участвовал и в других авторских рождественских сказках. У нас каждый год почти новая сказка. Интересные роли, все разные, интересный опыт. Я считаю, это хорошо придумано. В этот раз я играю роль такого злодея. Вот. Тоже достаточно интересно. Инструментальное сопровождение музыкального спектакля – дело рук школьного оркестра. Сложить воедино все таланты воспитанников удалось благодаря большой команде театральных профессионалов. Ярким финалом «Ванильной конституции» стало выступление сводного хора, который слил воедино 200 актерских голосов. Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.